Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, в этот замечательный день, в этом уютном зале, вас приветствует Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Афанасьевича Зверева-Кылвола и Дворец детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой с концертной программой, посвященной Году Матери в Якутии, Году культурного наследия народов России, столетию образования Якутской АССР «Поговори со мною, мама». Сегодняшний концерт проходит в рамках совместного проекта Детского оркестра народных инструментов Дворца детского творчества и Оркестра национальных инструментов Национального театра танца в гармонии с музыкой «К вершинам успеха». Оркестр Дворца детского творчества под руководством отличника просвещения РСФСР, заслуженного работника образования Республики Саха-Якутия Людмилы Белолюбской, образцовый детский коллектив России, народный коллектив Республики Саха-Якутия, лауреат международных и всероссийских конкурсов. 5 раз юные оркестранты были обладателями премии президента Российской Федерации в рамках проекта «Образование». Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азии» в номинации «Бриллианты республики». Оркестр национальных инструментов театра танца под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия Николая Петрова – первый профессиональный оркестр якутских инструментов. Его творческая деятельность вплотную связана с сохранением и развитием якутского музыкального искусства. Вот уже около 10 лет оркестры Дома детского творчества и Национального театра танца ежегодно в рамках республиканской программы «Музыка для всех» готовит и выпускает очень значимый совместный проект. Мамой моей, мамочка милая, мама моя, как
Самых пын, о, была мы.
күнге, күндіктен күндіте, сиге тәрбиге, күнгі бейете. Yo, but don't do that.